Опять на гастроли. Мы сняли до обеда посидеть. Алиса, включи музыку. Ну и пошла. Отсутствую. Thank you.
Вася папа, им было не вдомек, что здесь российские славы, живите ли Христом, что здесь российские славы, живите ли Христом. Такая вот забава, такая вот потеха, кто прежде потешался, сегодня не до смеха, кто прежде потешался, сегодня не до смеха. Не отменяем нашу традицию, несмотря на метель. Уходим. Наш любимый бренд. Боль моя. Может, наша встреча сбудется, ведь так мала земля, мне все дороже, все родней, воспоминания далеких дней, и мне все чудится, чудится город прежний, тихая улица, голос нежный, где нет любви, там нет надежды. Выходим в свет чужие повести, юных лет. Другая жизнь, другие скорости, весна и Джульет. В мерцании праздничных огней воспоминания еще острей. Питерская погодка. И мне все чудится бережно, мой хранимый, кружится, кружится диск старинный, тобой мной такой.
сейчас пойдем внутрь Исаакиевского собора. Ни разу там не были, но мы сходим тебе первый раз. Вот мы прошли. Сейчас. Видимо, здесь что-то снимают. Интересно. Сейчас мы идем в старинный книжный магазин. Ну, во-первых, в общей сложности три книги. Вот теперь у нас есть такой сувенир из Петербурга. А сейчас мы пойдем в магазин сувениров.
прикол. Мама покупала вот таких же, только в фикс-прайсе. По 100 рублей. По 110 рублей. Вот прям точно таких же. Уже какими бородами. Полулысый. Да. Вот прикол вообще. Сейчас мы пошли в гостиный двор. В общем, обычный торговый центр. Ожидание и реальность. Да, я думала, конечно, будет какой-то, как в Москве, гостиный двор. Но, к сожалению, ожидание и реальность получилось. К сожалению, это не так. Это обычный торговый центр, правда. Так же, как в пассаже, ожидание и реальность. Пассаж вообще похож немножко на ГУМ, но в 10 раз меньше. В общем, пойдем в пышечную. Это первый этаж. Мы первый этаж еще не прошли после того, как сказали свое мнение. Может быть, сейчас наше мнение поменяется? Ну вот, пока что. В общем, мы второй раз пытаемся зайти в Пушкин двор. Первый раз была просто километровая очередь. Вот, здесь адекватно. Сейчас попробуем питерские пышки. О. Вкусная пышечка такая. Понравилась. Ну да. Не, на бабушке, наверное, на первом месте. Ничего такого, чтобы вот так вот. Стоим в очереди полчаса. В общем, ничего необычного. Моя бабушка даже может и лучше приготовить. Сейчас попробуем такое ржаное мороженое. Интересно, да? В итоге, как мне показалось, было мороженое похоже на крем-брюле. Наверное, из-за меда. Но там, кстати, попадались кусочки ржаного хлеба. Да. Поэтому оно ржаное. Да, наверное, поэтому. Сейчас мы идем до отеля, и потом мы пойдем в Брынзу, нашу любимую. Вот, мы уже забрали наш чемодан, сейчас идем в Брынзу. Зашли в Золотое яблоко, немножко прикупились. И пасмурно. Все, мы уже идем на вокзал. Мы немножко припозднились. Наверное, минут 10 осталось до поезда. Ну, вроде пока что успеваем. Москва не сразу строилась, словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо, что бы ни было вначале, утолит он все печали, вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Москву рябили, красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли. Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет
для деревца хоть краешек земли. Александра, Александра, что там пьется перед нами? Это ясень семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, он надышится Москвой.